Дорогие друзья, уважаемые партнеры, от себя лично и от имени компании «Ростелеком» хочу поздравить вас с праздником, десятилетием вашего творческого пути. Наше партнерство показывает, что вы представляете собой хороший коллектив, творческий, целенаправленный, целеустремленный. Вы любите и умеете добиваться успеха. Желаю вам в дальнейшем новых свершений, новых побед на вашей нелегкой ниве журналистики, чтобы все у вас было хорошо, и чтобы мы вместе продвигали город, продвигали область и меняли жизнь нашего населения к лучшему.